Всем привет, ребят! Сегодня вторая серия Angry Birds Go. В прошлой серии мы прошли бомба, а сегодня мы пройдем Стеллу. Заходим на вот так. Вот у нас ежедневные события есть. Вот у нас ящики есть. Пойдем в ежедневные события. Мы это пускаем. Давай! У нас я прокачалась машинку свою на 78 уровень. Так что давай. Надо выйти. Например, это уже вторая серия, никак не первая. Давай. Чего так хотим? Честно скажу. Я люблю эту игру меньше, чем Angry Birds Epic. Старую версию это хорошо. Я люблю больше старую версию, чем эту версию. Итак, 3 звездочки. Вау, класс. Так, и у нас тут... Так, это был 65 уровень. Заходим на фрукты. Так, давай. Давай, лети. Опять музыка пропала. Ну как? Давай. О, фрукты. Давай. Вау. Вот, смотрите, нам немного осталось. Честно скажу, я люблю играть в эти игры, в Angry Birds. Ну, если Ровя скатилась, ну, мне это без разницы. Я просто буду скачивать игры. Мне просто нравится и Angry Birds, и все. Это просто легенда. Я в нее играл тоже. Но это было, сейчас помню. 6 лет назад было, и когда там. Да, 6. Ровно 6 лет назад. Я играл в Angry Birds. И классик именно. Так, давайте сейчас пойдем на гонку. Да зачем вы предлагаете эти новые игры? Лучше бы старые вернули. Честно, у меня есть игрушки, конечно, по Angry Birds, но они из кино. Да, реально. Кстати, скажите, какая вам игра больше нравится из серии Angry Birds? Мне лично Angry Birds Gold, хотя и новая версия, не знаю, что она уже интересная какая-то. Но мне вот здесь лучше. Я понимаю, конечно, что Angry Birds Epic тоже хорошая игра. Но я люблю больше гонки. Так что... Вот. Ой. Так, заходим на уровень. Ой. Вот же гонка. Angry Birds. Вау, нифига себе. У нас уже 15 тысяч монеток. И 900 кристалликов. Это много, честно. Ой. Врезался. Давай. И продолжаем. Вау. Что я могу сказать?
Я никогда не покину Angry Birds. Она будет в моем сердце. Потому что я ее люблю наибольше. Это лучшая игра. С тех пор, как Brawl Stars просто поднялся. После, когда это Brawl Stars получила 1-2-2, я перестал не его играть после обновления. И играю сейчас в эти игры. Вот почему. Но Roblox, возможно, еще поиграю. Вот это можно было. Давай. Все, мы первые. Давайте мы сейчас машинку прокачаем один раз. Все, заходим на уровень. Сегодня последний на серии. Интересный факт. У всех есть машина, но она не такая. То есть она почти сильнее по экрану. Ну, представьте, есть такая машина. Вот, например, и она 210, у меня 78 прокачка. Где сильнее машина? Конечно же, у Стеллы. Ну нет, игра просто хочет, чтобы это было сильнейшее. Кстати, если даже, может быть, я сегодня и запишу третью серию. Ну, бывает, вот. Вот, короче, вот я люблю эти события. У меня тут ящики есть и Стелла новая. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.